Количество пациентов, попадающих в больницы с коронавирусом, в последние дни сократилось, но в Министерстве здравоохранения говорят, что эпидемситуация по-прежнему непростая. Власти продолжают готовить в лечебницах новые койко-места, а премьер призвал население продолжать соблюдение мер безопасности в условиях пандемии. Число пациентов, которых определяют в больнице с COVID-19, снизилось на 100 человек в день. Но такую тенденцию наблюдают всего несколько дней. Так, день, когда мы только 300 персон, которые се специализовали, в ультимели 2 зили, этот номер а скажут, что это ворба де чирка 200 персон, которые се специализовали. В момент актуал, имеем специализации 3859 персон. В терапии интенсивы сын 286 персон. 60 персон сынт интубаты. Министр здравоохранения отметила, что резервные места еще есть в республиканской больнице и продолжают готовить в тизиопульмонологическую больницу. Avem locuri disponibile, dar oricum suntem în situația în care înțelegem că situația epidemiologică este incertă, de aceea de comun cu Direcția Asistență Socială și Sănătate din municipiul Chișinău vom activa, deci în următoarea perioadă, alte paturi pe platforma Spitalului Fizio-Pneumologic. Chiar dacă sunt identificate noi capacități în spitale, încă o dată facem apel către cetățeni să respecte regulile și să poartă mască acolo unde este indicat de către институциями компетентные али статуи. Отметим, кроме госпитализированных пациентов, еще 8889 инфицированных коронавирусом проходят лечение дома.